Итак, всем привет, с вами Канадская Волчица, и сегодня мы играем в Wolf's Quest. У меня сейчас была регистрация на мультиплеер. Сегодня мы будем искать нашу пару, она, конечно, у нас уже была, то есть у меня... Но я ее просрала куда-то. И да, смотри, как у меня уже лимит, да? Так, вот. Вот у меня все всего. Ну, почти вот 50 минут. То есть вот, короче, не считайте. Вот сидим там, и все это. Ну-ка, это нахер не нужно. Сейчас, вот. Все. Вот эти вот отметины означают, что где-то есть волк. Вот это вот показывает время. Сюда походил, где походил. Так, что? Да. Ой, блядь. Их. Дым отсюда. Блядь. О, все. Нам повезет. Нам уже везет. Вот сейчас сюда быстренько сгоняем. Потому что эта надпись означала сейчас то, что мы найдем себе пару. А может это. Ладно, пойдем чуть-чуть. Бля, ну что далеко. Куда мы идем? Кстати, кто кушает такие, приятного аппетита, приятного чаепития. Но мы уже погнали. Все, я сюда. Все, будет самка, я вам говорю. Ека. Я же говорю. Ок. Привет. Давно не играла, уже забыла, например. Так, правильно. Так. Так. Теперь вот так, два раза еще.
как животное, как будто прыжок. Хочу. Можно? Куда-то надо... Кажется, сюда. Надеюсь. Нет, пожалуйста, можно мне на ту территорию? Блядь. Нет, нельзя. Они против этого. Понятно. Шора. Ладно, я думаю, на этом сегодня закончим. Когда я разберусь с этим всем, я сделаю новый сезон. Всем удачи, всем пока.